Ну что же, друзья, мы возвращаемся на вторую карту террор-лиги. Идет противостояние команд Come to Осталось Win, 10 VC, секунд. Easy Win. Начинается драфт. И Осталось 5 комментирует секунд. это Хабиб. Дополнительное Сразу время. берут резервное время Easy Win. Не ясно мне почему. Ну. Призадумались ребята. И это минус SF. Сразу же. Очередь сил тьмы запрещать героя. Я так понимаю, у Изи Вин есть свои заготовочки на все. Какие-то. Банс. Очередь сил Сайленсера света сразу. запрещать героя. Будут брать каких-то, наверное, героев. Сильными ультимейтами, что ли? Уходит в бан сразу же Очередь сил Энигма. тьмы запрещать героя. Уходит в бан Зевс. Не любят Очередь Зевса сил Come to света Win, как я выбирать вижу. героя. И первый пик от Easy Win. Так, Easy Win забирает себе Очередь Леона. сил тьмы Сразу же выбирать героя. отвечают Come to Win себе Шейкером. И забирают Леоны. Сварка еще Очередь забирают сил Come to света Win. выбирать героя. Шейкер Сварк. Пока не просматривается никакая комбинация из этих героев. Забирают себе Изи Вин Вайда. Очередь сил тьмы И запрещать начинаются баны героя. Come to Win. Банят они Вич-доктора. Очередь сил света запрещать героя. Не думаю, что Вич-доктор зашел бы в пик Изи Вин. Ну, вполне, конечно, мог. Но мне кажется, они что-то хотят посильнее взять. Банят они Очередь сил тьмы запрещать Бестмастера. героя. И четвертый бан от Count to Win. Тоже они сделают. И я пока не Осталось просматриваю 10 никаких. секунд. Банится Свен. Очередь Свен сил Сварка. света Не запрещать знаю, героя. он его убивает. Но. Но банится все-таки Свен. Банится инвокер от Изи Вин. Очередь И сил поехал тьмы пик от Come выбирать to Win. героя. Нет у них больше инвокера. Ну и что самое интересное. Мне интересно, что будут делать эти ребята. Они, в принципе, могли выиграть прошлую игру. У них были все шансы. Они забирают еще Бэйна Очередь себе. сил света выбирать героя. Возможно, это... Не знаю. Что у них, что на них повлияло так, что они так хорошо начали в начале и так плохо закончили, грубо говоря. Осталось 10 секунд. Но залетает у нас Бэйн. Come to Win. И я пока тоже не понимаю Осталось никакой 5 синергии. секунд. Это на Шейкер в оффлейн пойдет или как? Или это Шейкер Суппорт вместе с Бэйном, Ром Суппорт Шейкер. Дополнительное время. Призадумались Изи Вин, но дополнительное время. Заезжает Лич. Очередь Отлично, сил может тьмы чайник там по выбирать замесу героя. летать. Плюс арморчик всем дает. В общем, экспу там на лайне может подворовывать. В общем, полезный герой. И, конечно, Осталось не, 10 немного у него секунд. контроля, но... Зато у него мощный Осталось ультимейт. 5 секунд. Тоже будут брать Come to Win. Дополнительное время. Пока они берут только дополнительное время. Тинкер. И это Тинкер в мид. Очередь Видели сил мы уже света этого Тинкера выбирать в героя. миду. Надеюсь, в этот раз у него получится лучше, чем в прошлый. Потому что в прошлый он не мог сделать абсолютно ничего. Была игра. Играли, не помню. Не помню, с кем они играли. Вот про ту игру я и рассказывал в Осталось прошлой 10 карте, что секунд. Тинкер там страдал. Ну, думаю, сейчас Осталось 5 Бэйн будет секунд. стоять на подсейве у Тинкера, либо Шейкер какой-то. И все будет хорошо. Дополнительное время. Пока я не вижу сильного тимфайта у Come to Win. Come to Win. Не знаю.
Не очень меня прикалывает. Пока что это какой-то набор героев. Я не вижу каких-то связок сильных. Да, есть Шейкер с Фиссурой, с хорошим ультимейтом. Enchantress. Опа, заходит Энчантрес от Изи-Ви. Очередь сил тьмы запрещать героя. Это будет Кэри Энчантрес или что? Я... А, подожди, это может быть Кэри Войд. Энчантрес в какой-то оффлейн идет. В принципе, Сварк Очередь и сил Бейн и света Шейкер, даже если запрещать будет там героя. стоять трипла, ничего и не сделают в оффлейне. А это интересно, залетает в бан Свардар от Come to Wins. И нужен им какой-то оффлейнер, который все вот это вот 4 героя может Осталось объединить. 10 секунд. Ну что, ждем бан от Осталось команды 5 Easy секунд. Win. Так понимаю, пиком Дополнительное Инчи время. они как бы обеспечили себе и раннюю агрессию, и хорошие импетусы в купол, например. И улетает в бан Джаггернаут. Очередь сил света выбирать героя. Последний пик. Я так понимаю, это будет сейчас мидер для Изи Вин. Возможно, даже я бы взял какого-нибудь Шторма или Квапу. Осталось 10 Или секунд. опять же таки забрать ту Медузу. Антимаг в бане, в мид Медуза. Осталось Она 5 просто секунд. этого Тинкера там уничтожать будет, по идее. Дополнительное время. По крайней мере, так может быть. Думают ребята. Допустим, того же антимага Come to Wins сейчас некуда поставить. Это было бы даже очень крутым решением взять еще Медузу и просто в купол наваливать все, например. Там не крути змейка этого Тинкера, она там уничтожать будет как хочет. Будет вертеть его, крутить, там без разницы вообще. У него не так много хп. Небольшой реген. Никакой саппорт ему там не поможет. Ну что же, ждем бан, ждем пик точнее. Долго думают ребята из Изивин. Очень долго. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Ну и что это такое? Я так понимаю, это рандомный герой. Очередь сил тьмы выбирать героя. Или они забрали именно Джекера, я так и не понял. Но все равно Джекера, даже если это будет медовый, типа как Виха там играл на этом, не знаю. По-моему, все-таки может и не заехать. И забирают Акса, ребята из Come to Wins. Ну и посмотрим, что же у них получится. Желаем обеим командам. Так. Да, ждут они там еще выбирают героев. Желаю я обеим командам удачи. Что у них может получиться. Надеюсь, нас не выкинуло. Нет, пока еще не выкинуло. Разбирают героев. Или, может быть, их выкинуло уже, ребят. Я думаю, можно... Ладно, я оставлю пока этот ход, пока не поменялась картинка. Обсуждают они что-то, видимо, не смогли решить. Осталось 10 секунд. Или это в мид пойдет Коза, именно тот самый, и я не помню, чтобы он играл Осталось на медовом 5 секунд. Я помню, что на войде играл этот чувак. Или стоп, этот чувак был на Медузе, значит, он играл на Кэри. Да, теперь уже можно нам переключать худ. Мы убираем. Вылетают пару чувак из команды. И мне интересно, как расставят линии Easy Win, если у C2E тут в принципе, Come to Win в принципе-то более-менее понятно. Это либо пойдет трипла в сложную, акс в легкую, либо трипла в легкую, акс в сложную. То есть ничего такого. А вот у Easy Win команды тут интереснее. Тут можно и в мид Джекера, можно и на Easy Win отправить. Там будет стоять Тинкер в миду, если отправлять туда, не знаю, я не знаю, кого туда можно отправлять.
Да, ребят, я не зачитал одну катку. Проблема. Да уж. Ну что, будет рехост, не будет рехост? Закупаются игроки. Ой. Ну что ж, ладно. Я накосячил. Что ребята ждут. Нет, ну, наверное, не будет они легко стать все-таки. Ну, не поставил я галочку для ИВ. Ну, ладно. До начала сражения. Бывает. Так, пора представить команды. На Личе будет играть у нас Винер из Изивин. На Леоне играет у нас Hand of Pupay. На Вайде играет у нас чувак с неизвестным ником. Братан, прости. На Enchantress у нас играет Black Fox. И на Джакира у нас играет именно тот самый Потс. Команда Come to Wins. На Axion играет у них Каноне. На Шейке играет у них Нил. На Сварке играет Рейвен. На Бэйне играет Витамин. И на Тинкере играет Рак. Я так понимаю, да, это будет лесной Акс. Шейкер во флое. Типа заблочить. Ну, неплохо. Да, это Кэрри Фэсис Войд. Леон будет стоять ему на помощь. В лесу будет стоять Энчантрес. В миду будет стоять, интересно, Лич. А во флое не будет стоять Джокира. Вот это интересно. Это действительно интересно. Кстати, не угадал я по поводу того, что Аксет в Фейн, все-таки это Шейкер в Фейн. Напоминают, наверное, они команду из MVP. Похоже, как они делали Акса в Фейн, выходил он там на 15-й минуте с даггером. Даже раньше на 10-й минуте с даггером выходил и просто делались изи-киллы. Тем более там есть Тинкер, да, он раскачивается через нагибаторство, не через фарм, не через машинки, а через для того, чтобы убивать лоска каких-то саппортов. Но есть у них там всего лишь один саппорт Бэйн. А, ну и Акс, они будут ждать, пока Акс выфармит свои артефакты. Не будет давать тут. Хотя странно, Лич ни разу не качнул еще как там Sacrifice. Хотя мог бы не раз, он уже опыт воровать у Тинкера, по крайней мере. Все-таки неплохая штука. Берет он себе армор, там пытаются, ну, разминают рейкеры, саппорты, саппорт из команды Иви. Ну и ничего, Джокера тут стоит, фармится, закидывает периодически свой Liquid Fire, и все. В общем-то, ничего больше такого не происходит. Добрал все-таки Sacrifice себе Лич. Нужно жрать крипа, даже если у тебя есть мана. Нельзя отдавать опыт. Ну да ладно. Это его дело. Он игрок, он знает лучше. Для него. Акс фармит. Пока ничего не происходит. Долго все движется. Немного получает тут сварк. Ставится пауза. Тинкер. Опять какие-то проблемы, наверное. Первые выиграли EV, сори, я ошибся, забыл поставить тут им одну победу. В общем, мысли были немножко о другом забиты. Так что я предлагал ребятам пересоздать сервер на лупике, то есть рехост. Просто я поставлю им галочку, что они первую карту выиграли. Но ребята не захотели. Ребята решили, что уже ладно, будем играть так. Не играем так, грубо говоря.
Слушай, мы ждем паузу, какие-то проблемы у сварка, как я понимаю. А может, небольшой или что-то вроде того. У меня вроде все хорошо с этим. Пока что все хорошо. У нас тут за окном сейчас ураганище просто. Если меня дропнет, это будет величайший фейл и очень обидно. Ну, Акс, кстати, первый крипстат на карте. Он тут активно фармит крипочков, делает стаки. Ну, неплохо играет Акс, я бы сказал. Но посмотрим на его врывы. Что он сможет показать. В принципе, лича в миду с даггером, с быстрым для Акса там нечего убивать даже. Надеюсь, все, ребят, хорошо, игра состоится. Не хочу технического поражения. Прошу, возможно, у них с пингом какие-то проблемы. Ну, не знаю, молчат ребята, ничего не хотят говорить. Ну, не буду ничего им писать. Разбираются сами. Пауза у них есть 10-минутная, в принципе. Ну, я думаю, если пауза будет стоять чуть дольше, никто там тебя не обидится. Ну, мы ждем. Возникает тишина небольшая. Могу рассказать вам о том, что новый вышел от Valve, так сказать, наставление по поводу решафлов, что команд может покинуть, игрок может покинуть команду, либо его могут кикнуть только до 4 сентября. После этого не имеют права кикать. Ну ладно, у нас там игра начинается, в принципе, но я расскажу. После 4 сентября не имеют права кикать из составов, то есть команд ни одного игрока, а набирать в команду можно до 18 сентября, типа что-то типа такого, я не знаю, включительно или нет, но до 18 сентября, то есть включительно. Такие вот новости от Valve последние. Ну и все равно стоит пауза, ребята все не могут решить. ПС там просел у парня. Начали общение. Поднялась ВПС, пишут, типа. И должна сейчас начаться все-таки игра. Ждем. Ждут ребята. Не знаю, что они тянут время. Можно просто перезайти в доту, например. Если надо, можно сделать рехост. Ну что ж, пауза стоит. Не знаю я, что можно вам еще поведать. Решафу и интересности. Можно что-то написать в чат. Можно поговорить пока с чатиком. Потому что я не знаю, все очень сложно.
Ощущаю все-таки свои проблемы, ребята, еще до сих пор стоит пауза. Все очень... Опа, отжимается пауза, я услышал. И мы возвращаемся в игру. На миду противостояние продолжается. Акс возобновляет игру, все отлично. Снизу, кстати, Войд начал перефармливать Акса. Ну, я думаю, сейчас... Опа! Я пропустил, и Тинкер забирает все во First Blood, я так понимаю. Акс делает стаки, и я думаю, стаков ему хватит. Можно уже, в принципе, их заагрить и попробовать как-то их сломать. 233 голды получает Тинкер в свой карман. Только я отвелся от Тинкера и сразу же First Blood. Блин, как же обидно. Стримлю я, ну, не очень давно. Если что, комментирую второй день. Так что очень строго не судите. Все-таки я новичок в этом деле. В плане Центральную комментирования. башню сил света атакуют. Ракс все фармит леса, также Энчантрес фармит у них лес, у Изивин фармит леса. Я думаю, Энчантрес получит свой шестой левел и Центральную начнет башню сил выходить света атакуют. куда-то там наверх, например, помогать гонять кого-то Сларка. Куда-то пропал. А, нет, не пропал Войд, я потерял немного. Ну, там пишут, что нечестно играть. Сейчас можно проверить чатик. Тут ребята Го, пишут ребята Го, и ничего не пишут ребята из Изивин. Да, это было немного нечестно, но ладно. Я не судья, и я не решаю такие вопросы. Так, я так понимаю, в Мидас выходит у нас Войд. Еще 500 голды на руках. Там потиху разминает Джакира саппорта. Фун как прохрасил Сварка. Там еще немножко и можно было бы даже его убить, я думаю. Тинкер забирает руну хосты. Сейчас Акса золотится просто. Да, Акса золотился. Просто 33 клипа сразу. Но Энчантрес недалеко от него ушла. Войд тоже недалеко от него ушел. Неплохо у команды Come to Wins. Терри у них проседает по фарму. Тинкер еще больше проседает, чем их кэрри проседает. И пока что крипстаты все... Просто 5 крипстатов в топе от Изи Вин. А, нет, ну вот еще Акс. Акс у них не проседает. У них фармит хорошо Акс. Вот я его забыл. А так все остальные крипстаты в топе, кроме Леона. Ну, понятное дело, суппорт. И шейкер, кстати, 0 крипов имеет оффлейн. Шейкер ни одного крипа не добил. Ну, это как-то вообще слабенько. Шейкером-то. Фейзы приобретает себе лич. Наверное, будет какой-то просто убер боевой лич. Так, там пошел ганг на Джекира и забирают Джекира втроем. Джекир успевает дать макропиру, но забирают его на хосте. Тинкер вышел. И изи для... Изи 430 голды для Come to Wins. Видасик приобретает себе Void. Не, правда, еще пока себе его не довез. И должен он потиху выходить в жесткий перефарм. Я не знаю, будет ли какой-то Battle Fury или Мьёнир. Перевайда можно собирать по-разному. Идет он в наглую отжимать руну. Отжимает баунти руну. Сверху есть инвиз. И Тинкер, в принципе, может размять немножко лича и пойти забрать рунку, например. Акс, немного ему остается для даггера. Забирает все-таки невидимость у нас лич. Пока что все тихо на карте, спокойно. Там, правда, Джакира разминает понемногу Сварка. Джакира 6 уровень, Сварк 4, Бейн даже 5. Такими темпами Сварк может сейчас и приехать. Больно Сварку. Ну, вроде как, да, Сварк выживает. Там полетел лич на Тинкера в миду пока что. И Тинкер сейчас может ответить, кстати. Есть лазеры, и это будет... Должен умирать, да, должен умирать здесь. Умирает. И здесь лич. Вышел Акс. Ему осталось совсем чуть-чуть. Совсем немножечко, я бы сказал, до блинка. Буквально 400 голды. Зря он ушел из леса. Я бы пошел зафармил пару стаков и пошел помогать своему кэрри. Потому что Сварк проседает очень сильно. Он уже второй раз идет на базу. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Пока что стоит еще в лесу Центральную башню Энчантрес. сил света атакуют. Ставится вард, не находит ничего. Пикают, что там могут быть какие-то варды.
Ну, я бы вышел, например, вместе с Бэйном, можно было бы выйти на Джакира и забрать его. У Окса уже буквально 30 голды до даггера, Тинкер стоит на базе, хилится, а Нижнюю почему-то башню никуда не сил летит. тьмы атакуют. В миду стоит пока что Лич и получает экспириенс. Войд там активно напрягает вышку на Силы тьмы низу. укрепили свои сооружения. Завалили Нижнюю всю башню верхнюю сил тьмы часть, ребята, атакуют. из Come to Wings. И я так понимаю, будет какая-то вылазка на Джакира или нет. Подтягивается Шейкер, подтягивается еще Тинкер, но Исура вперед. Ну и забирает. Забирает Тинкер еще одного героя в свою копилку. В это время Лич просто фармит, Нижнюю никаких башню сил перетяжек тьмы атакуют. не было. Нет Enchantress ни от кого. Появляется у него Dragon Lance. Появляется шестой уровень. Верхнюю Пайпикап я башню пропустил, но сил думаю, там света атакуют. голды 300-400 за него дали. Можно посмотреть. 227 голды получает Тинкер за Джакира. Верхнюю башню сил Пайпикап света возвращается на нижний атакуют. лей. Наверное, он будет просто выходить в даггер, хотя я бы на его месте купил себе хотя бы сначала сапог. Потому что тут есть Леон, есть Коза, и может быть очень больно. Тинкер прилетает вниз к своему тиммейту. Может он, в принципе, разобрать какого-нибудь Леона довольно-таки быстро, с фиссурой. Короче, дэмэджа им должно хватать. Возможно, они хотят Вайда забрать, но с Вайдом все будет сложнее. Подлетает сюда еще кто-то. Летает сюда еще Акс. У Акса уже есть даггер, а это будет выход на Вайда. Оп-оп-оп-оп-оп, пошло огромное Вайда, и это минус Войд. Я немножко пропустил, я думал, там вверху замес тоже начинается. В итоге 0-5 в команду в пользу Come to Win. 637 голды и 726 опыта зарабатывает команда. Сейчас будет даггер у Акса, и можно цеплять еще одного героя. Но нет, сбивается даггер чайником. Чайник никуда больше не летит. И все, ребята отходят. И в принципе правильно делают. Хотя на развороте можно было бы Центральную башню попробовать сил света какого-нибудь лича там. атакуют. Ну да ладно, не стоит. Я думаю, лучше отойти, перезарядиться, там, перегенить ману свою. И получится. Так, тут выход. Не выход. Два саппорта забирают Джакира, опять же таки. И оба вроде как выживают. Начало получаться у Сварка. Сварк зарабатывает свой первый килл. Ведь у него, слава богу, нету. И еще 468 голды и 720 опыта зарабатывает Сварк вместе с Бэйном. Втягивается опять наверх, опять-таки Акс. Можно забирать, и нужно забирать сейчас у нас Лича. Да, это будет минус Лич. Изи. Изи минус Лич. Нельзя ни в коем случае останавливаться Come to Win. Сейчас нужно наращивать свое преимущество. Поставили вот такой вот вард. Не знает об этом никто из команды Come to Win. 400 голды они получили за Лича. Можно еще цеплять Enchantress, кстати. Или того же Вайда, есть купол, но если кинуть Enchantress, если сразу забрать Enchantress или сразу же Вайда, то купол не поможет. Там Сварк, в миду, это будет выход на Леона. Пытаются зафокусить Леона. Нет, не получается, это просто выход в мид. Сварк обходит там, стоит, ждет, может быть, кто-то к нему загуляет. Должен видеть, сейчас он Лича. Лич прилетел сюда. И, возможно, будет драка в Верхнюю миду, и башню сил должен тьмы врываться Акс. атакуют. Должно все быть. Там, правда, есть купол, нужно держать позиционку. Ни в коем случае нельзя сейчас подставляться команде Come to Wins. Им нужно просто наращивать свое преимущество, забирать желательно соло фраги. Верхняя башня сил тьмы разрушена. Ну, ждут ребята, готовятся к врыву. Там пошел смоук на Вайда и Леона. Акс готовится к прыжку. Полетел Сварк, Дарпакт. Забирается моментально Лич. Ставится Макропирос, Эхослэм, в сон кидают Джакира, ставится Купол, забирают Бэйна, забирает еще Лича Акс. Должны забирать здесь сейчас Вайда, но нет у Акса ничего. Можно почти там умер Акс, не Акс, ну, байбекается ли он. Пытаются забрать Акса, и ребята просто отходят. В принципе, не, ну, размен такой себе. Верхнюю башню сил Получается тьмы 2 в 2 атакуют. и байбек. И все равно в плюсе остаются ребята из Изи Вин. Не очень хороший ганг. Стоило бы быть немножко поаккуратнее. Ну да ладно. В принципе, у них получилось.
Они также наращивают свое преимущество. Графики, ну, такое себе. Было 2000 и отдали до 500. Не особо, конечно, круто. Это шейкера там не особо круто залетела. Просто если бы она залетела в пятерых, это было бы, конечно, намного больнее. Так, прошел Хекс. Залетел Акс, залил у нас Джакира. Джакира потратил еще один ультимейт на Джакира. Джакира должен умирать, Джакира умирает. Загрели еще Лича, Лич тоже должен умирать. Возможно, можно забрать. Да, еще должны забирать. Почему и нет? Ладно, хотят забрать, наверное, все-таки Леона. Должен. Ну что это такое, Сварк? Ну, господи. Пока что 2 в 1, должны забирать еще Сварка. Забирают Сварка. Зачем идет вся команда туда, я не знаю. Два героя всего лишь есть у команды Easy Win. И, в принципе, можно идти и ломать вышку Т1. На миду. Если кто-то из Easy Win подставится, то он должен очень быстро умирать. Силы света укрепили свои сооружения. Прожимается гриф, но я не думаю, что это поможет. Так, летит сюда Лич, летит сюда Джакира. Нужно отходить ребятам из Easy Win. Ой-ой-ой, какой плохой врыв пошел. Сейчас поставит... Нет, купола нету. Акс пытается уйти, но его забирают там очень сильно. Нет, все-таки выживает Акс. Забрали Вайда. Там еще может подстрять сейчас Сварк. Нет, он пока не подстрет, потому что есть Висура у Шейкера. И уходят отсюда ребята. Все сложилось хорошо. Аксу я бы с этого пойти отрегениться куда-нибудь, не знаю. Просто пойти отрегениться. Так, там пошел чайник. Нет, не пошел чайник, пошел чайник просто. Хорошая ульта от Шейкера, вообще отличная ульта от Шейкера, и это минус... Да, давай, нужно забирать еще последнего. Ну, зачем отпускать? Нужно было делать тимвайп. Не, ребят, так дела не делать. Нужно было забирать до конца уже ничего. В общем, минус 4 героя. Минус 3 героя получилось у команды Easy Win, и 16-3 у нас счет в данный пока что. В данной игре. Ну, ребята собираются, ребята там пытаются спушить вышку, но башня-то не падает. Они дерутся в миду, но башня не падает. Им нужно давить. Им нужно идти в пятером, нужно забирать противника и ломать вышки. Вот что нужно делать сейчас с Come to Win. Также у Сварка скоро уже будет Shadow Blade, он сможет вырезать просто какие-то соло-цели, типа там Леонов и прочее. Нижнюю башню сил тебя. Есть купол у Вайда, и, по-моему, это будет не лучший врыв, если врыв будет. Нет, все-таки пошел, купол сейчас сможет поставить по двоим, но нет, его цепляют на кинзгрип, убивают Вайда еще раз, убивают Лича, убивают Джакира. Расстреливает там всех энчантрес, не попадает прыжком Сварк, но ее светят, должны ее забирать. Нет, энчантрес все-таки уходит, Леон забирает с помощью пальца Тинкера. Забирают еще Леона, Акс прикончил троих, и должны просто пушить мид сейчас. Почему они отходят? Ломайте вы мид, господи. Что сделает вам одна инча? Пойдите да побейте вышку каким-то шейкером, покупает себе вангуард. Акс? Ну и нет, все расходятся, все разбегаются. В общем, они просто дерутся, но вышки не ломают. Так, больше 4000... голды уже заработали в плюс себе Come to Wins. Потому что они убивают друг друга, но они не подкрепляют это вышками. Убили 5 человек, там 4. Нужно вышку забрать. Ну все, сейчас уже нет смысла. Тут пошел деф. Пошел деф, значит, можно пойти на какой-то другой лайн и толкнуть другой лайн. Стягивать надо людей. Ставится купол, по Сварку это минус Сварк. Летел сюда Шейкер, но ничего не успел урон еще там сделать. Да, просто какая-то война идет. 808 голды зарабатывают за Сварка ребята из Изи. Там сейчас должен прыгать Акс, рвак. Ну нет, он не цепляет. Так, там подходит сзади Бэй. Должны сейчас как-то пытаться убивать. Но нет, они опять все собираются в миду и ничего не происходит. А тем временем им сломали вышку на низу. Не могли бы еще... Не, на тумана 2 не пойдет. Ну, в общем-то, пока ребята тут пытались драться, они сломали вышку. И правильно делают Easy Win. Они как-то дерутся по чуть-чуть, но подкрепляют. Подкрепляют. Опа, там пошел Агар. Хорошо зашел Агар по двоим.
Должны убивать шейкеру, и так убивают всего лишь лича пока что. Толпятся, просто толпой стоят ребята из Easy Win. Из Come to Wins. Должны забирать еще. Забирают еще Enchantress. Должны забирать Джакира. Джакира должен падать. Да, Джакира сейчас должен умирать просто. Ну и... Джакира умирает. Нельзя отдавать сейчас Леону фраг. Можно забрать еще и Леона и пойти пушить. Ребята, нужно пушить. Почему вы отбегаете? Куда вы бежите? Да и так с чего-то ждет. И в итоге пушит только Сварк. Ну и все, и вот они все, пока они все отошли, пришли, и возвращается уже Леон, и это так может до бесконечности продолжаться. Да, Акс может сейчас хорошо ворваться в двоих там. Ну а толку, если он, во-первых, не ворвался хорошо, пошел чайник, там сейчас по всем крипам, и если повезет, Акса заберут. Нет, пытаются забрать Акса, но пока ничего не получается, дали ему таймволк, уходит Акс отсюда, и все. И весь замес, грубо говоря. Потеряли вышку в миду или загнали ее. Джакира разрушает башню в миду своему противнику. А Come to Wins медовую башню свою так и не смогли протолкать вперед. Тинкер сейчас хотя бы будет летать, уже толкать как-то лайны, это уже будет попроще. Уже будет какой-то сплит хотя бы. Так, там что-то намечается, но видят все абсолютно Easy Win. Знают, у него Сварка появляется Shadow Blade. Отлично. Сварк может в соло лететь, какие-то цели уже убивать. Ставится еще один вард. Видит, просто все видит сейчас Easy Win. В миду толпится народ, и я бы просто перешел на другой лейн куда-нибудь. Тот же верх или низ. Но решают команды посидеть в миду. Потолпиться. Как бы... Опа, залетел там Сварк, залетел в... Леон, это минус Леон. Пошел по Дэнс, уходит отсюда Леон, но возможно заберут Бэйна. Да, меняются на Бэйна. Акса кидают в слип. Должны забирать еще Джакира, ставится купол. Умирает Сварк. Умирает еще и Акс. И в размен... Акс еще кого-то забирает, но в размен у него получилось, короче, 3 в 2. И в итоге 1875 голды получают ребята из Easy Win. Сейчас, ребят, одну секундочку, я вернусь. Так, извините, ребят, что я немножко отошел, небольшие проблемы. Тут забирают еще Леона. Также может погибнуть Сварк, да, Сварк погибает, забирают еще и Лича. Войд там пытается разминать Тинкера, это будет минус Тинкер. Да, это минус Тинкер, ставится Фиссура, и, в общем, размен 2 в 2. Начали отдавать они, опять-таки, преимущество свое. Акс загрил ни в кого, Эхо Слэм в двух людей, должны забирать Вайда. Это минус Войд, и должны забирать еще Джакира. Кидается слип, и Джакира должен погибать, должен. Тут отлично погибает Джакира, и нужно идти тащить. Нужно идти ломать вышки, куда вы идете? Какой мид? У вас есть верх, вы же рядом. Что делают эти парни, я не понимаю. 1200 голды и 4439 опыта зарабатывает команда после этого файта Come to Wins. Потеряли, конечно, Сварка, потеряли Тинкера, но в принципе положили практически всю команду. Вроде бы, если я... Нет, Enchantress только, по-моему, ушла.
Вот-вот они подрались, сейчас подкрепят это все вышечкой. Нужно забирать. Отлично. Вот теперь грамотно действует команда Twins. Что у них получается. И можно посмотреть уже нетворсы. Так, общая ценность. Хотя первый нетворс за командой Easy Win. Там идет Void, потом идет Акс на 1000 голды, отстает от него, потом идет Сварк, потом идет Тинкер. Так что Void там очень неплохо где-то подфармливается. Ой, да, уже есть Mask of Madness, есть БКБ. У Enchantress она выходит в потенциальный Аганим. Джакира купил себе Well of Discord. Что есть у Леона? У Леона только сапоги и у Лича только Бьёса Даггер. Пошел Team Fight. Потеряли двух героев. Размен пока что 2 в 2. Нидеры саппорт. Обратно сюда также нидеры саппорт. Но по идее тут должен погибать Void. Нет, пока не погибает. Уже в итоге размен 3 в 2. Где-то еще забрали Enchantress. Нужно забрать хотя бы Джакира. И это будет минус Джакира. Да, минус Джакира, еще будет минус Void. В общем, делает Team White команда. Come to Wins, и должны они забирать вышку в миду, возможно даже забирать вышку снизу. Облетел туда Тинкер и ломал башню. И пока что это выход в потенциальный 1-1. 1444 голды зарабатывают Come to Wins, 4700 по экспириенсу. Сейчас они доломают вышку, и я хочу глянуть графики. По XP больше 7000 преимущества, 7500 преимущества у Come to Wins, а по голде как-то... Пока слабенько, всего лишь 4000. Ну вот, они начали подкреплять вышечками. Пошел сплит. Тинкеру надо бы летать как-то по лайнам уже. Давно пора бы. И просто сплитить все подряд. Просто зарабатывать деньги для команды. Пытаться тут ребята из Come to Wins. Возможно, это будет выход на Рошана. Нет. Все-таки. Или да. Нет, это не выход на Рошана, это они идут снизу, выход на Вайда, и видят Сларк. Сейчас Enchantress будет пытаться ее забирать, в принципе, у него может получиться. Да, и у него получается, разбирается с Enchantress Void, Сварк. Там нападение на Джекера и Вайда, не получилось, еще подходит Леон. В принципе, Сварк может на развороте спокойненько ловить еще этого Леона. Вот, в принципе, он и делает, да, забирает еще Леона. Вот, появился у него. Так, пошел Chain Frost. Добрал Лич Сварка, и должен Лич за это сейчас тут умирать. Да, умирает Лич. В общем, размен Сварка на трех героев, в принципе, неплохо. Там, правда, еще сейчас сможет отъезжает все-таки Тинкер. Войд запупал его, разбирает. И стоило бы команде Come to Wins начать плитить, а не так нагло играть. Тинкер не такой сильный герой. Пытаются не найти Вайда, видели Вайда, можно дать Фиссуру, но когда ты Фиссуру даешь, ну? Абсолютно не в ту сторону дает Фиссуру Шейкер, и втягиваются ребята внизу, должны кушать ребята на нижнюю линию. Силы тьмы укрепили. Там уже верхнюю засплитили ребята из Изи Винс, что-то очень плохо со сплитом команды Come to Wins. Берут героев на сплит, теряют сейчас тут только что Шейкера. Берут героев на сплит и не сплитят. Это как? 763 голды и 1764 XP получает команда Easy Win за Шейкера. Опять стягиваются все на мид, опять вот это вот, как я не знаю, какая-то борозда. Так видит Сварк и Джакира, но Джакира слишком толстая цель для тебя. Ты не на того ты напал, мне кажется. И летает Джакира, должны хотя бы забирать здесь Enchantress. Пошел слив, известно зачем, просто все вкастануть. Летит еще сюда Лич, возможно, Лич тоже приедет, там еще Леон. У Сварка появляется, кстати, эхо сабля, алица Лич. Сварк должен забирать сейчас Леона, просто в соляного. Тут не умер там Тинкер вместе со Сварком, с Аксом. Умирает Сварк, умирает Леон, и да, размен 3 в 0. А, ну на Шейкера поменялись, получается. Еще 301 голду и 3000 XP получают ребята из Come to Wins. Добирают еще одну вышку, и Тинкер начинает сплитить.
покупает себе сразу догон. Почему это не дагер, я, конечно, не понимаю. Немного не понимаю, но это его выбор. Он будет еще больше наносить дэмэджа в драках. Марку сейчас нужно уходить, скорее всего, в инвиз и идти просто половить саппортов по лесам. Нужно отпушить все линии, или они хотят Т2 забрать? По-моему, они хотят забрать Т2. У них может это получиться, да, там подстрела немножко. Подстрела немного. Джакира его прячет в свои, прилетела сюда. Энчантрес сразу получает агро, и это еще минус Энчантрес. Это будет минус вышка, скорее всего. Нет, ну идет Войд с куполом, но мало что он тут сможет сделать. Должен забирать вышку тут. Come to wins. Стоит на подсейве. Сварк. Еще 1000 сальдолби получает. Команда Come to wins пытался Сварку тут напасть на кого-то еще, но у него не получилось. Ломается Т2 вышка. Тинкер все делает правильно, он отпушивает линию, он должен сплитить. Ломается вышка, и нужно отходить к команде Come to wins. По-моему, сейчас не лучшее решение пойти на ХГ. Не знаю, как для них, но я бы не рисковал. Сейчас лестница Enchantress, поставится купол, и она просто расстреляет все 5 человек. Но нет, все-таки решают они заходить. Какой-то странный заход. Не достает Сварк прыжком, прожимает дарпак, получает лицо, сейчас еще поставится купол. Прожимает Shadow Dance, пытается уйти, Акс забегает, агрит одну Enchantress. Эхо-слэм, очевидно говоря, плохой. Пошел чайник, пошел купол, чайник улетает. Но могут забрать, Тинкера забирают. Возможно, сейчас Бэйн тоже плеет, прожимается Мека. Прожимается Слип, Акс идет Акс, хилится Бэйн. И это будет минус, это минус. Войд могут забирать, все-таки могут. Могут забирать вышку. Потеряли немного денег за счет выкупа. И 4000 экспы получили сверху. Да, вышка будет падать здесь, и я думаю, страна тоже, в принципе, будет падать. Все войны пушатся в пользу Come to wins. Правда, стоит там в макропире Бэйн, ну, вообще бесстрашный Бэйн какой-то. Ну, должны, но почему не добрать? Репыта на подходе. У вас еще есть 30 секунд, тем более нет купола. Чайника тоже нет. Вперед, зашли, ломать, крипы подошли, ломать вышку, забить на него. Ладно, агрится Джакира, ставится Фиссура. Пошел удар, и ульта Акса завершает. Просто ломает расколом. Нижняя башня сил света разрушена. Верхнюю башню сил света атакуют. Это все ребята сломали вышку только. Ну, могли бараки, конечно, поагрессировать, но не стали. Верхнюю башню сил света атакуют. Центральную башню сил света атакуют. Ребята хотят поставить паузу, но в регламенте написано пауза по 10 минут, и 15-20 минут я ждать не могу. Как там пошло нападение на... Забирают Войда, просто втроем. Так, там пошел выход на Леона, на Лича, и это минус Лич. И я ставлю паузу. Тут уже 50 на 18, очень сильно доминирует команда Come to wins, и все-таки одну игру они выиграют. Центральная башня сил света разрушена.
Нижние казармы сил света. Опять-таки подрались еще 1800 голды в плюс. Кантувинцы уже за 15 тысяч преимущества идут ломать третью сторону. Там снизу крипы ломают бараки. И тут, в принципе, не знаю, ГГ не ГГ. Ну да, Акс так уже просто превосходит богов. Добрал он сейчас. Кого там добрал? Добрал Акс еще Леона и все. Я думаю, на этом игра будет заканчиваться. В принципе, тут камбэкать не очень просто. Слишком большое преимущество. Там ломаются бараки снизу, еще ломаются бараки внизу. И забирают еще сейчас. Забирают Лича, ставится купол на Тинкера. Тинкер должен умирать, да, Тинкер умирает. Возможно, еще сейчас Акса заберут. Нет, пока живет. Пошел ХСВ, забирают Джакира, забирают Акса, забирают Энчантрес и забирают Майбуху через Фенсгрип. Я думаю, это не так уж сложно. Выкупается Акс. И он пытается что-то сделать. Тут уже много каких артефактов появлялось у людей. Там у Акса и Шива, и Бладмейл, и Бладдаггер, и там. Ну, ничего такого толкового сварка нету. У ХСА, блин, на фарм. Саша Яша тоже на фарм. Нагоним появляется у Энчантрес. Ну, Вайда так еще не появилась больше. Даггер на Личе только и все. Тинкер собрал себе что-то еще. Нет, Тинкер просто максил себе догон и все. Верхняя башня сил разрушена. Ну, это ГГ для команды Easy Win. Все-таки первая ничья, и она достается мне, и мне это уже нравится. Закрывают их там. Покупает себе дизолятор Сварк. Она не очень знает, зачем это нужно. Не может сейчас приехать, но нет, Сварк выжил. Кое-как выкупаются все герои. Там воюют шейкером, Сварк сзади разваливает просто Вайда. Разваливает. Пытается развалить там. Ох, какие импетусы летят. Там, там же больно. Забирает все-таки Энчантрес Бэйна. Байбекает Энчантрес, забрал и Акс, байбекает Энчантрес. Вот тут опять же таки драка, забрали еще и Джакира. Полез Сварк просто под фонтан забирать. Тут еще Акс, забрали еще одна. И должны ребята отходить, отсюда выкупается Лич. Господи, что вы творите, какие файты? Ломайте трон, ребята. Силы света укрепили свои сооружения. Умирает еще. Крепость сил света. Умирает Акс, умирает Сварк, Сварк байбекается и ломают они вышку. В общем, это довольно-таки уверенная победа для Come to Wins. Не знаю, первая их победа или не первая, но в общем ничья. Первая ничья. Мы будем заканчивать на этом стрим. На этом у меня заканчивается трансляция. Ничего я больше сегодня не стримлю, так что всем удачи, подписывайтесь на наши социальные сети, группы ВКонтакте и следите за новостями, ребята. А на сегодня всем пока.